тонометр. Вот такой тонометр на запястье. Меня таким пользуюсь. Он вполне точно показывает. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Мануалка, как обычно. На английском языке, мне кажется, тут даже на китайском. Или батарейки парочковые. Так. Вот. Что у нас? 9.90. Показания он запоминает. Показывает давление, пульс, время. Что-то много всего. Вот он такой. Вот он. Так. У меня было видео про такой-то... А, тут мизинчиковый. А у меня их сейчас нету. Ладно. У меня есть видео вот здесь, кстати, вот там. Ссылку на него в рекомендациях. Где я его не распаковываю, уже проверено время. У меня есть такая рубрика. Показываю, как эта штука работает. Но... Там были комментарии, что он не точно измеряет. Не знаю, сколько я проверял с обычным тонометром механически. Вполне нормально. Расхождение было, ну, может, 10-5. Так, вот такой у меня. Я заказывал того же продавца. Сколько уже ему? Ну, не первый год я же пользуюсь. Батарейки, кстати. Батарейки самые дешевые. В фикс прайсе продаются. Сейчас, кстати, попробуем, как он у нас работает. Вставляем батарейки. Сейчас жена придет, я надеюсь, найти обычный тонометр и сверить показания, что он покажет. Ну, мы сейчас... Вот он включился. Так, одеваю его. Не знаю, видно там, нет. Угу. Ну и включаем. Он надувается. Надувается, сказал, да, надувается. Или как это правильно сказать? Надо, чтобы на уровне сердца был. Ну и чтобы... Да, что-то у меня не качало. Но давление у меня все время высокое, и нельзя разговаривать. Давление обычно около 200, 160, 180, 200. Так. Потому что таблетки давно не пил. Ну как-то оно меня особо-то и не беспокоит. Давление-то... Давление ничего. Так, сейчас посмотрим. Вот 189 на 100 буду померить правильно. Как показано на рисунках, скорее всего, будет другой. Немножко будет изменяться. Ну вот, я померил 3 раза. 178 на 117. Пульс 95. Вот так вот у меня. Если тонометр найду, то... сверю с тонометром, с обычным. Так, делаем пробные показания, поснимаем. Так, 152 на 97, пульс 82. Угу. Это нормально? Пульс, сейчас да. На классическом тонометре. Так, проводим измерения на классическом тонометре. Ну, примерно такой же. Ну да, но она так не резко вот. Показывает 150 на 100, тоже на... Мне 90 где-то было. Вот, короче, а показания... А первый там какой сердечный был, второй, не помнишь? Показания совпадают. Сейчас посмотрим, какие здесь были показания. Тут есть память. Сейчас мы извлекем. Так. У тебя было 152 на 97. Вот. Значения совпали. Вот, мы извлекли из памяти показатели. Личный тонометр. Ссылка будет на него в описании. Рекомендую.